Сочти число зверя 666. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. В древности не существовало нынешних цифр для записи чисел. Для записи чисел использовались буквы алфавита. Таким образом, любое слово можно было сосчитать как число, сложив сумму числовых значений его букв. Для древнегреческого алфавита это называется изопсифией, для древнееврейского алфавита – гематрией. Вот таблица числовых значений букв греческого алфавита. Но почему люди ищут имя зверя среди имен своих вождей? Когда Бог задает нам задачу в Священном Писании, ответ обычно находится там же. В Библии упоминается странная история, случившаяся с апостолом Павлом. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. С какими такими зверями мог бороться апостол Павел? Он был римским гражданином, и его не могли просто так, без суда кесаря, бросить на съедение диким зверям на арене. Эта история с Павлом подробно изложена в Деяниях апостолов. Когда Павел проповедовал в Ефесе, то ремесленники, изготавливавшие идолов, обеспокоились, что массовая вера в Иисуса Христа сделает ненужным их бизнес, и они лишатся доходов. Ремесленники устроили мятеж и хотели убить апостола Павла. С чего начался их бунт? Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». В греческом оригинале слово «благосостояние» – это «эупария». Сумма числовых значений букв у этого слова равна 666. Имя является выражением сути его носителя. Когда ремесленники услышали это вожделенное для них имя, то они озверели и неистово кричали 2 часа, прославляя богиню Артемиду от идолослужения, которой они имели свой доход. Павел назвал этих людей зверями. Это и было проявление того зверя, о котором написано в Откровении Иоанна. Имя зверя 666 – «благосостояние». В английских переводах Библии это слово переведено как wealth – «богатство» или как prosperity – «процветание». Второй вариант кажется лучше, потому что само слово «эупория» на древнегреческом означает изобилие, особенно средств, припасов, денег, достаток, благосостояние, жизненные припасы, легкость получить или достигнуть чего-либо, вообще легкость, удобство, случай. На арамейский язык это имя, вероятно, можно было бы перевести как «маммона», то есть «имущество». Итак, ради благосостояния люди превращаются в зверей, готовы уничтожать тех, которые проповедью Евангелия разрушают их лживый мир, разоблачают обманы, за счет которых они процветают. Это и есть зверь, выходящий из моря, то есть из мира. Но оказывается, в Новом Завете есть еще одно слово, сумма числовых значений букв которого равна 666. Это слово «парадосис», что переводится как «предание». Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
В английской Библии это слово переведено как tradition, традиция. Итак, мы видим здесь имя второго зверя, выходящего из земли, то есть из плотской религии. Имя второго зверя – предание или традиция. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Этот второй зверь имеет рога, подобные агнчим, но говорит, как дракон, то есть как дьявол. У ложного агнца только два рога, а у настоящего агнца Иисуса Христа семь рогов. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Какие семь рогов у настоящего агнца? Ответ находим, как обычно, в Писании. «И произрастет отрасль от корня Иессеева, ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Первый – дух Господень, второй – дух премудрости, третий – дух разума, четвертый – дух совета, пятый – дух крепости, шестой – дух ведения, седьмой – дух благочестия. Каковы два рога у зверя, маскирующегося под Иисуса Христа? Ответ находим опять в Писании. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Лжеименное знание и фальшивое благочестие. Лжеименное буквально ложно именуемое знанием. Два рога – две силы фальшивой религии Антихриста. Первое – ложное знание, и второе – фальшивое благочестие. Это, считай, вся христианская религия. Эта религия с IV века служит кесарем, папам, президентам. Они строят цивилизацию благосостояния вместо небесного царства. У первого зверя семь голов – это семь империй, которые порабощали евреев. Первая – Древний Египет, вторая – Ассирия, третья – Вавилон, четвертая – Медоперсия, пятая – Греция, шестая – Римская империя, седьмая – США. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Пять пали. Во времена апостола Иоанна первые пять империй уже пали. Один есть, это был Рим, а США в то время еще не пришли. Именно седьмая голова зверя, США, получит смертельную рану сейчас, но на некоторое время эта рана исцелеет. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть после первоначального потрясения, кризиса, в наступившем пробуждении человечества к Богу, произойдет подмена ценностей небесного царства вожделениями плоти, стремлением людей к благосостоянию. И их молитвы о земном благосостоянии осуществятся в царстве зверя, цивилизации процветания, эупории. И второй зверь из христианской религии вложит дух в образ зверя, то есть в конкретного человека, лидера Антихриста. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Образ зверя есть противоположность образу Бога, Иисусу Христу. Это и есть Антихрист. Лидер, зовущий молиться за благосостояние этого мира, есть Антихрист. Очень положительный для многих персонаж. Итак, первый зверь – это цивилизация благосостояния. Второй зверь – это христианская религия, которую надо бы называть антихристианской, потому что они служат дьявольской системе нынешнего мира вместо Бога. И есть образ зверя, лидер Антихрист, которых было всегда в изобилии. Начертание зверя на чело получают все, кто лжет ради своего благосостояния, потому что дьявол есть отец лжи. Начертание зверя на правую руку получают все, кто крадут, в том числе и богатые, которые недоплачивают своим работникам их долю, прибавочную стоимость. Это скрытое присвоение, такое же воровство. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». И есть число имени зверя. Это паспорт, налоговый номер, кадастровый номер, любая регистрация человека или организации в государстве, в цивилизации зверя. Всеми благами этого мира могут пользоваться только те, у которых есть либо имя зверя – это богатые, либо начертание зверя – это лгущие или крадущие, либо имеется паспорт, регистрация в системе зверя. И это уже есть, не нужно вживлять никаких микрочипов, все и так под властью сатаны. Но вернемся к зверю. Первый зверь имеет подобие всех четырех зверей из другой книги Библии, из 7 главы книги пророка Даниила. Какие звери там описаны? Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море». Море – это мир, стихийный и неверующий. Ветры – это духи религий, которые пытались овладеть политической властью над этим миром. Первый, как лев, но у него крылья орлины. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Первый зверь – это иудаизм. Лев – это об Иуде, родоначальнике колена Иуды, от которого иудаизм. «Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его?» Контуры древнего Израиля были похожи на сидящего льва, а будущий Израиль по Иезекиилю имеет фигуру стоящего прямо человека и голову, напоминающую одновременно и человека, и льва. Крылья орлиные – это полет в духе откровений древних пророков. Иудаизм это утратил 2000 лет назад. Сердце человеческое, то есть разумное, иудеи получат, когда примут и ассимилируют избранных святых, явившихся в храм. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Второй зверь – ислам. 3 кости в его рту. Это первые 3 заповеди из 10 рогов заповедей, которые были на спине 4-го зверя христианской религии. Эти первые 3 заповеди утверждают единобожие, которое христианство потеряло, когда у них вместо Бога стал кесарь. Образом Бога для них стал очередной их антихрист, кесарь или папа, и имя Бога у них стало употребляться в суе, потому что строили царство зверя
вместо небесного царства. Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Третий зверь восточной религии. Индуизм, буддизм, конфуцианство и синтоизм. Они умеют летать в духовных сферах. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Четвертый зверь – это христианская религия. Со времени, когда христианство стало государственной религией, с 4 века. 10 рогов заповедей – это характерно именно для христианства, потому что в иудаизме 613 заповедей. И фактическая потеря первых 3 заповедей как раз связана с небольшим рогом, антихристом, в роли которого успешно выступали и выступают все их христианские кесари, папы, короли и президенты. 3 книга Ездры подтверждает, что 4 зверь в пророчестве Даниила – это христианская религия. У орла, которого видел во сне Ездра, 2 перо – царствовало дольше всех. И это был кесарь Август, царствовавший дольше других кесарей. Головы орла в самом начале покоились, спали, и последовательное пробуждение этих голов есть последовательное усвоение языческими государствами христианской догматики при сохранении их прежних имперских устремлений. Языческая религия Древнего Рима осталась тем же хищником, снаружи перекрасившись в христианство. Это как хитон Иисуса, доставшийся после его распятия одному из 4 стороживших его воинов. Этот воин не стал праведным, взяв себе одежду Христа. 3 головы орла – это католицизм, православие и протестантизм. Орел был символом Рима, символом Византии, где утвердилось православие, был тоже орел. Орел есть также на гербе США, главной протестантской империи мира. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Труп тела Христова собрал орлов империи Рима, Византии, США. Но тело Христа воскреснет не там, где собрались орлы империй. Воскресение Христа – это Израиль, где соберутся избранные, и еврейский народ восстановит свой статус народа Божьего. Во сне Ездры приговор злому орлу произносит лев, то есть иудаизм. Лев иудаизма, который получит в добычу земли в соответствии с Иезекиилем. Встанет на ноги, как человек, и получит сердце человеческое после постройки 3 храма и собрания там святых из народов. Итак, первый зверь из Откровения подобен восточным религиям, имеет пасть иудаизма, ноги ислама и 10 рогов. Но это уже не 10 заповедей, это антизаповеди, которые, как фаллосы, торчат из его спины, и женщина-блудница совокупляется с этим зверем, сидя верхом на нем. Эти антизаповеди, заповеди сатаны, примерно таковы. 1. Маммона имущество – Бог твой. 2. Сделай себе образ благосостояния. Поклоняйся и служи ему. 3.
«Колдуй и волшебствуй, произнося всуе имя Господа, выколдовывая себе благосостояние». Четвертое. «Не имей покоя ни днем, ни ночью. Занимайся стяжательством. Бизнес требует жертв». Пятое. «Об отце и матери позаботится пенсионный фонд». Шестая. «Убивай на войнах, затеянных ради обогащения». Седьмая. «Прелюбодействуй». Восьмая. «Кради, удерживая часть платы твоего наемного рабочего, чтобы разбогатеть». Девятая. «Лги своим богатым хозяевам, чтобы не обеднеть». Десятая. «Желай всего и как можно больше, распаляйся похотями через рекламу». Члены этой вселенской блудницы находят удовольствие в исполнении этих антизаповедей. Почему у первого зверя в Откровении сложены вместе черты религиозных зверей из видения Даниила? В нынешнем мире люди по-прежнему причисляют себя к религиям своих предков. Но в повседневной жизни они живут этой цивилизацией. Все они служат одному зверю благосостояния. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Чему так удивлялся Иоанн? Иоанн удивлялся тому, что эти чудовища называют себя верующими. «Будет смятение во многих местах, часто будет посылаем с неба огонь. Дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ». Подведем итог. Итак, зверь из моря, описанный в Откровении, это животный инстинкт, стремление человека и человечества к благосостоянию, к построению системы, которая позволяет комфортно жить без Бога. Второй зверь из книги Откровения, зверь из земли, это дух в христианской религии, побуждающий верующих служить благосостоянию, поддерживать своими молитвами систему этого мира. Образ зверя в Откровении – это антихрист, христианский кесарь, король, царь или президент. Число зверя – это регистрация в этом мире, паспорт, налоговый номер, кадастровый номер, регистрационный номер для организации или церковной общины. Противоположностью регистрации в этом мире, противоположностью числу человеческому 666 является число 144 тысячи. Это число 144 тысячи является числом общин, получивших печать Духа Святого от дня Пятидесятницы в 32 году до ныне. Зарегистрированные Духом Бога Живого в числе 144 тысячи спасутся. Зарегистрированные только лишь в звере 666 спасения не имеют. Подробно о числе зверя, о других пророчествах Библии вы можете прочитать в книге «Храм в соответствии с пророчеством Иезекииля», проект 1534. Книгу можно скачать по ссылке под видео.